Добрый день, уважаемые коллеги. Я счастлива всех приветствовать. Я очень жалею, что я не с вами. И мне бы очень хотелось быть рядом и обсуждать все, потому что мы реально все очень по вас скучаем. Но про распространенность меланомы сегодня говорили уже достаточно много. Но я бы хотела подчеркнуть момент, что средний возраст больных меланомой в России 61 год. И при этом диагноз чаще всего ставится, по мировым данным, в возрасте 55 лет и старше. А вот людей, ведущих здоровый образ жизни, тех людей, которые к 55-60 годам приходят практически здоровым, без сопутствующих патологий, в нашей стране, да и в мире, собственно говоря, катастрофически мало, и эта цифра имеет тенденцию к уменьшению. Индекс коморбидности Чарльсон, причем я бы хотела подчеркнуть, что не Чарльсона, а Чарльсон, потому что это женщина, Мари Чарльсон, был разработан для предсказания летальности у больных хроническими заболеваниями. Прибавляются баллы за возраст, прибавляются баллы за сопутствующую патологию, и считается, что если индекс выше 5, а если посмотреть, то просто за метастатическую опухоль мы уже должны поставить 6 баллов, то это уже группа высокого риска, и вероятность 10-летней выживаемости при сумме баллов свыше 5 всего 21%. При этом, посмотрите, нас интересуют те больные, у которых индекс 7 и больше, и, соответственно, их общая выживаемость, она еще меньше. И когда мы говорим о лечении злокачественной метастатической меланомы кожи, то существует вот такая достаточно простенькая схема, которая показывает, что кроме самой болезни на выживаемость пациентов влияет коморбидность, другие длительно существующие состояния, которые в свою очередь влияют на функциональный статус пациента, и также влияние оказывает возраст, социально-экономические факторы, раса и национальность. Это все вкупе дает влияние на выживаемость. И до недавнего времени, пока до эры новых препаратов, пока мы работали с меланомой при помощи цитостатической химиотерапии, практически наши особенности, наше восприятие коморбидности больных диссеминированной меланомой не отличалось от нашего интереса коморбидности других пациентов с другими злокачественными опухолями. Но оказалось, что коморбидность в разные времена все равно, тем не менее, оказывала выраженное влияние на лечение больных меланомой. Так, например, выбирая пациентов, кому назначить старую, уже в прошлом остающуюся адъювантную терапию интерферонами, врачи совершенно естественно выбирали пациентов с меньшим количеством сопутствующих заболеваний. И это большое исследование, посмотрите, более 10 тысяч пациентов, которые в течение 6 лет исследовались, было показано, что меньше назначается адъювантная терапия при сопутствующих заболеваниях. И то же самое, через 5 лет было показано, что с одним сопутствующим заболеванием пациенты уже, соответственно, с адъювантной терапией живут дольше, без адъювантной меньше, но без сопутствующих заболеваний также было показано, что пациенты живут лучше и дольше. Поэтому были затеяны клинические исследования коморбидности при метастатической меланоме. Они проводились в разные годы,
И очень часто была попытка показать, что коморбидность при метастатической меланоме – это независимый фактор прогноза без коррекции на возраст, на вид лечения. И это было показано. Вот я желтым выделила исследование, которое мне кажется особенно интересным, где было показано сочетание больных метастатической меланомы плюс лимфоцитарный лейкоз. Насколько наличие, например, лимфоцитарного лейкоза на 22% повышало риск смерти. Но когда у нас появились антибраф-препараты, то это вот большое исследование, где больных браф-мутированной метастатической меланомой было рассмотрено реальная клиническая практика о том, какая терапия проводится, какие были зубы поражения, и в том числе, посмотрите, была проанализирована коморбидность в каждой группе терапии. Но тем не менее, при антибрафтерапии коморбидность не имеет такого выраженного значения, потому что если посмотреть аннотации к препаратам антибраф, то единственные серьезные противопоказания к назначению – это выраженная печеночная или почечная дисфункция. Поэтому оказалось, что наш интерес к коморбидности при меланоме, он, по сути говоря, начался с эры ингибиторов контрольных точек, потому что именно аутоиммунные заболевания стали предметом нашего центрального интереса. Оценка коморбидности именно по аутоиммунным заболеваниям показала, что она наблюдается чаще, чем мы ожидаем. И частота ее до 5% популяции, чаще у женщины. И существует конкордантность по аутоиммунным заболеваниям у монозиготных близнецов. И при этом контрольные точки CTL4 и PD-1 задействованы в аутоиммунных заболеваниях, такие как болезнь Хашимото, сахарный диабет, болезнь Крона, миастения. То есть мы как раз вмешиваемся именно в иммунокомпетентную часть организма. И при этом, опять-таки, наблюдательное исследование 2004-2014 год было проанализировано. Частота аутоиммунных заболеваний у больных меланомой в США. И было показано, что при метастатической меланоме, посмотрите, в принципе, от 1 до 2,5% существуют аутоиммунные заболевания именно при метастатической меланоме. При этом сравнили эту цифру общей популяции и показали, что при меланоме метастатической и вообще при меланоме частота аутоиммунных заболеваний выше, чем популяции в целом. При этом были проанализированы в течение 11 лет больные с впервые диагностированной метастатической меланомой, и у них за 11 лет в этой группе аутоиммунная коморбидность возросла. Красная кривая верхняя – это метастатическая меланома, возросла коморбидность. После этого черный пунктир – это не метастатическая меланома. А в общей популяции рост коморбидности аутоиммунной оказался гораздо ниже. При этом у пациентов с метастатической меланомой чаще он был у женщин, при костных метастазах, метастазах в желудочно-кишечный тракт и при более высоком индексе коморбидности. При этом обсуждались причины роста числа аутоиммунных сопутствующих заболеваний при метастатической меланоме. Предположительно, мог играть какую-то роль паранеопластический синдром. Кроме этого, авторы говорили о повышении осведомленности и улучшении диагностики иммунных нарушений, и нельзя исключать возможность генетических нарушений, которые общие для развития меланомы и аутоиммунных заболеваний. Систематический обзор 49 публикаций показал, что у пациентов при лечении
диссеминированной меланомы наблюдалось как обострение ранее имеющихся аутоиммунных заболеваний, так и возникало иммуноопосредованное нежелательное явление или и то, и другое. Почему систематический обзор так немного пациентов, всего 123 пациента? Потому что в большинстве клинических исследований, посвященных иммунотерапии метастатической меланомы, аутоиммунные заболевания являются критерием исключения, и эти больные были убраны из выборки искусственно. И важно, что, например, из 28 пациентов с псориатическим артритом или псориазом у 22, то есть практически у подавляющего большинства, было обострение заболевания. Французское когортное исследование, 112 пациентов, было тоже показано как новые иммуноопосредованные нежелательные явления, так обострение практически у 50% аутоиммунного заболевания, и 71% пережили и то, и другое. И частота аутоиммунных заболеваний при терапии ипилимумабом. Также было опубликовано исследование 2017 года. Было показано, что обострение аутоиммунного заболевания возникло у 38% больных. Причем посмотрите, какое огромное разнообразие, но на первом месте, несомненно, ревматоидный артрит. И кроме этого, еще 30% пережили иммуноопосредованное нежелательное явление. Это именно при ипилимумабе. Новый, вот только что на ASCO опубликованный постерный доклад показал, что кардиотоксичность, которая обычно остается за кадром нашего интереса при иммунотерапии метастатической меланомы, также имеет значение. И коморбидность имеет значение по уровню токсичности иммуноопосредованной. И предварительная кардиоваскулярная коморбидность является независимым фактором, предсказывающим уровень общей выживаемости при иммунотерапии у больных метастатической меланомой. Таким образом, возраст и индекс коморбидности больных меланомой влияют на выживаемость. Оценка коморбидности важна для больных меланомой, важна именно при назначении ингибиторов контрольных точек. При проведении терапии ингибиторами контрольных точек у больных меланомой значимо часто развивается обострение имеющегося аутоиммунного заболевания. В настоящее время не существует точного алгоритма назначения ингибиторов контрольных точек при наличии аутоиммунного заболевания. И в инструкции написано, что при тяжелых аутоиммунных заболеваниях в активной стадии, при которых дальнейшая активация иммунной системы может представлять потенциальную угрозу жизни, надо назначать препараты с осторожностью. Поэтому нас, видимо, ожидают новые клинические исследования в этой области и выработка более точных рекомендаций. На сегодняшний день с большой долей риска, но этих больных мы должны лечить при показаниях ингибиторами контрольных точек. Благодарю за внимание.